Белые пятна на зубах. Как добить тревогу? Сейчас мы увидим, как выглядит кариес в стадии белого пятна. А вы досмотрите это видео до конца. У нас для вас полезный подарок. Белый кариес – самая первая стадия патологического процесса, которая проявляется небольшим светлым матовым пятном на эмали. Начальный кариес не болит и никак не проявляет себя. Вы можете только увидеть визуально белое пятно на эмали. Если проигнорировать ситуацию и не начать лечить зуб, то светлое пятнышко темнеет. Зубная эмаль утрачивает свой блеск, становится хрупкой, рыхлой, и патологический процесс прогрессирует. Поэтому так важно посещать стоматолога раз в 3 месяца, чтобы вовремя заметить проблему. Главная причина возникновения кариеса – это несбалансированное питание и недостаток ухода за полостью рта. Самый надежный способ сохранить зубы здоровыми – это подобрать правильную щетку, пасту со фтором по возрасту ребенка и чистить зубы 2 раза в день. Ну а что касается рекомендаций по питанию, то у нас для вас есть полезный чек-лист, который поможет снизить риск развития кариеса у детей. Чтобы получить чек-лист, ставьте плюсик в комментариях.